Отправить посылку в Германию. Приходите на почту DHL, покупайте упаковку. Также вы можете упаковать самостоятельно. Купили упаковку Доп Экстра. Нужно упаковать. Я буду отправлять очки, к примеру. Такие Ray-Ban'ы. Сейчас покажу, какой модели. Открываются. Модель RB5169, 2383, 52, 16, 140. Чтобы отправить хрупкий товар, нужна доп. Упаковка. Самостоятельно. Данную упаковку я купил на почте. Чек о покупке. Deutsche Post, евро 59. Эдгар Беннет Штрассе, 11А. Шверин, 19.057. Все указано. Налог 19% уплачен за нее. Нетто цена евро 3.4. Барцалин 2 евро дал монетой. 0.41 евро выдали мне. Покупатель у меня купил данные очки, попросил отправить. 20 евро мне на банковскую карточку или конто отправил. Это цетель, это пакунг. Пакет грюсен. Самый маленький XS. Доп. Упаковка сейчас будет. И он мне 20 евро на карту банковскую отправил. Затем, после банковской карты, отправил мне свой адрес. Я сходил на почту, купил коробку данную. Далее нужно дополнительно упаковать или в свою упаковку. Я купил у них, так проще будет. Дальше выдали мне вот такой D-пакет. DHL пакет. Пекин, Deutschland плюс EU, апсендер, это я, отправитель, сендер, эмфенгер, получатель, адресен. Сейчас я все заполню и покажу вам. Она сказала, это наклеивается на упаковку вроде. Не знаю, я принесу и она, наверное, будет это все клеить. Тут, в принципе, информации немного есть. Информация даже такая. Переходим к следующему этапу. Заполнение. Понадобится ручка. И сейчас я буду заполнять данную накладную. Как вы видите, заполненная накладная. Имя, фамилия, мобильный номер, улица, номер квартиры, почтовый индекс, город, страна.
Все готово, посылка упакована. И теперь можно идти на почту на отправку. Zukleben. Und nochmal? Naja, Sie haben ja hier nichts zugeklebt. Ich habe hier aber auch keinen Klebestreifen. Hm. Man verschickt doch nichts Offenes. Ja, verstehe. Ich denke nur drinnen. Hä? Ich denke nur drinnen. Ich muss. Ja. Naja, und draußen auch. Ja, auch zukleben. Das fällt doch sonst raus. Ja, verstehe. Erste Mal. Entschuldigung. Naja, trotzdem. Das macht man immer so. Da muss man nicht das erste Mal machen. Alles, was so weggeht, muss ja zugemacht werden. Verstehe, ja. So. Ne, fürs nächste Mal bitte mehr zukleben. Ja, alles. So, Deutschland ist es. Was haben Sie da? Ja. Was ist das? Handy. Mit bezahlen? Das ist Packung, das ist Verschicken. Упаковка. Доставка.